Всем привет! Это Малоземов проверит. Сегодня я хочу проверить супер-тряпки. В последнее время их появилось очень большое количество в продаже, и я взял три разных варианта, разной цены, ну не такой уж высокой, и отдал в руки своей команды испытателей. Мой коллега Саша Цыганков начал с того, что проверил рекламное обещание, что такая тряпочка сравнительно небольшого размера может впитать в себя больше стакана жидкости и ни капельки не выпустит наружу. Вот что получилось. Смотрите. Стакан полностью эта тряпка не впитала, и, как вы можете заметить, с нее, извините, капает. Вторая тряпка. С нее уже прям течет. И также стакан воды она не впитала. Но это самая большая тряпка, эта-то должна была впитать. Невероятно! Да, вот она хорошо удерживает воду и ничего не выливается. Повод ли это для того, чтобы сразу объявить эти тряпки полной лажей? Думаю, что нет. Мы решили идти дальше. И Саша пролил жидкости на ковер и стал сравнивать эти тряпки с обычными. И оказалось, что вот эти вот чудо-изделия действительно впитывают лучше. Если ты замочил ковер, то здесь она проявляет себя гораздо более эффективной. Там в рекламных обещаниях есть и такое, что подобные тряпочки могут заменять даже махровые полотенца, если вы, например, вытираете какую-нибудь очень богатую шевелюру. Мы нашли обладательницу такой, телеведущую Веронику Романову. У нее волосы длиной 90 сантиметров. И она согласилась попробовать. И, между прочим, неожиданно ей очень понравилось. Смотрите сами. Ой, какая она маленькая. Но она хорошо вытирает. Посмотрите, она хорошо справляется. Она впитала практически всю влагу. И с волос уже не течет вода. Ну а в довершение всего специалисты из лаборатории проверили, из чего же эти тряпки сделаны. Оказалось, что там везде микропористая структура. Где-то губчатая, где-то сделанная на основе вискозы из волокон. Но в конечном счете все это работает. Может быть и не так прямо волшебно, как расписано в рекламе, но впитывают подобные тряпочки действительно гораздо лучше, чем обычные. Поэтому мы в программе «Чудо техники» с некоторой натяжкой, на грани, но все-таки, как у нас там принято, в игровой форме, выдали зеленую наклеечку «Чудо» этим тряпкам. Действительно, их можно назвать определенным прорывом в бытовых технологиях, что всегда приятно. И лично меня радует, когда прогресс каким-то образом может улучшить нашу жизнь. Тряпка впитывает лучше, и это прекрасно. Пишите в комментариях, чего еще проверить. Свежие видео на канале «Малоземов проверит» каждый понедельник, среду и пятницу. Пока!